Всем приветики. Это мой первый телефон был. Телефона уже нету. Остался от него коробочка. Вот он был мой первый телефон К300. Sony Ericsson К300. Я тогда еще ходил в школу. Только начинали у детей телефоны появляться. Мне тоже хотелось. Я его у мамы тогда выпросил. И она мне купила такой телефон. Еще, по-моему, батя говорил, что у меня телефона нету, у него уже есть, как так? Короче, и вот дата, когда его мне купили, в 2006 году, то есть лет 14 назад у меня появился телефон. Ну вот, это то, что от него осталось, телефона уже давно нет. Ну и инструкция, это на русском. Кстати, тогда ложили инструкцию, сейчас уже не ложат, сейчас просто ссылку ложат, говорят, хотите инструкцию? Вот, перейдите туда, скачайте, почитайте. А здесь прям полная инструкция, что, чего, куда, зачем. Это на русском, это точно такая же, только на украинском. Ну, и она чистенькая, беленькая, то, что ее никто не читал. А вот эта желтенькая точно такая же, но на русском. И она желтенькая, потому что ее постоянно читали. Сначала был у меня, а потом, я не помню, у кого был. Но в итоге он был у бабушки. Сейчас же... К сожалению, нет ни бабушки, ни телефона. Ну, телефон-то ладно, а вот бабушка. Вот, это информация. Сервис и поддержка. Здесь, кстати, тоже такая штука классная. Прям написано, в какой стране, какой номер телефона. Вот, например, в Германии такой номер телефона, такая почта. А в России Russian Federation. Тоже вот, то есть, вообще они во всем мире у них была поддержка, то есть, в любой стране ты мог позвонить, написать на почту, а это информация об излучении. Ну, здесь что-то пишут об излучении телефона, что-то такое. Ну, вот, короче, вот такая вот коробочка. Я ее нашел у себя. По сути, она уже не нужна. Это просто мусор, просто... Так она лежала таким, такой большой коробочкой целой. И кажется, что что-то важное, нужное. А оказывается уже... Ну, это просто мусор. Она уже не нужна, не важна. Вот, это просто макулатура. Поэтому можно ее выбрасывать. Это я решил вспомнить, что это же был мой первый телефон. Вот. Потом был К600. Потом Моторола была... Какой-то смартфон, потом К700. А потом уже современный телефон, Samsung Galaxy, по-моему, был. Вот такие делишки. Ладненько, на этом все. Всем покедова.